Чтобы нарисовать, начнем с мельницы. Рукой иди, прошу тебя, Господь, будем созидать. И созидаем для того, что весь город будет пейзажем. Будет чудо-город. Первый в мире, куда будут съезжаться все люди со всех стран, все добрые люди. Самый красивый город в мире. Весь будет уложен плитками с покрытием специальным стеклянным или каким, который защищает полностью от любого повреждения, там пейзажа, вечером подсветка. Потом будет на всех стенах пейзажи мягкие, красивые, разных художников, в том числе великих русских художников, передвижников и так далее, гармоничный, Шишкин там, и так далее, Левитан, Шишкин, Розовский, там, не знаю, Саврасов, да их тысячи просто. Как не действует. Так, давай. Мельница. Нарисовал мельницу. Сейчас я подчеркну. Чтобы было четкая мельница. У меня фломастер быстро заканчивается, к сожалению. Но я все равно буду созидать. Именем твоим, силой твоей энергии потусторонней, которая дарует мне творчество. С уважением. Я слепой художник, но внутренняя энергия дает мне силу. Созидать. Если вы так хотите, я буду созидать. Я тоже этого хочу. Мельница из готики. Я создал мельницу из готики, созидаю. Смотрю в твои глаза, Господь. Я чувствую себя не тем самим своим величием.
продолжаю созидать, склонившись над подоконником, над своим рабочим столом. Так, сейчас я буду рисовать поля, которые произрастают красные. Нечто прекрасное. Но поля находятся у воды, которая их замывает. То есть они находятся на возвышенности, на такой. Поля находятся выше. Здесь вот специально растут необходимые злаки, которые нужны, чтобы они были рядом с водой. Ой, простите, я там здесь специальные злаки, которые омываются чистейшей водой. Сейчас я ее нарисую. Масляные на ком. Омываются водой. Так. Беру сразу 3-4 фломастера. Какие они красивые, господи. Какие они красивые. Как все красиво здесь. Какие красивые оттенки. Ты посмотри, как это красиво. Они яркие еще. Они более яркие, чем на изображении. Нет, вот это слишком мрачный. Сразу 3. Давай. Сразу 3, это ладно, поочередно. Сначала этим. Прости меня, Господи, за столь убогий пейзаж, но все, что в моих силах, я делаю, как могу. Пока мое сердце бьется, сделай так, чтобы мое сердце спокойно стучало, легко, без тревоги. Защити мое сердце, ранимое художника, ранимого человека от злых людей. Сколько мы согрешили, сколько ошибок было совершено. Неудобно этим фломастером созидать, потому что просто непривычно, неудобно. Злаки здесь рассказываются разные. О, Господь,
даруй такую жену, которая будет верная и будет, ну, способствовать созиданию, если ты этого хочешь. И мы создадим город, чудо-город, чудо-света, который будет являться чудом света, если ты этого хочешь. Я не всего лишь никто, я просто прошу, если хочешь создать такое, ты мог в твоих силах. Если нет, то я буду созидать свои рисунки до конца своих дней и удовольствоваться этим. Так, не хватает нормально. Я фломастер не действует больше всего, к сожалению. Вознагради меня, Господь, если ты на то желаешь. А кто я такой, чтобы просить тебя о чем-либо? Так. Пусть я настолько хорошо умею созидать, но все же я пытаюсь, как могу. Что-то пытаюсь сделать. Антивоенный рисунок сделал, как смог. Сделать так, чтобы вы увидели тысячи подрастающего поколения и отказались идти на войну. Это будет так. Трудно этим фломастерам сказать, что они нифига не созидают. Они плохого качества очень. Почему? Если уже произошли злаки. Ничего не интересно, ни компьютерные игры, ни эти картинки всякие, ни это, я просто созидаю из груди своей, из души своей, и все, больше ничего не делаю, и говорю свои речи, которые через безумные речи, и все, ем один раз в день,
максимум 2 раза в день не сплю. Не играю в компьютерные игры, не смотрю никакие фильмы, видео не смотрю, картинки не смотрю, ничего не смотрю. Только созидание. Во имя Господа, во имя того, чтобы не было войны, во имя того, чтобы вдохновить людей, и пусть ничего мне не будет за это. Я снова продолжаю, я поднялся с грязи, продолжаю созидать, как могу. Пусть тысячи людей смеются моими рисунками, хотя бы они увидят антивоенную стрит-арт мою. И это западет им в душу. Молю тебя, Господи, помоги это сделать. Сделать так, чтобы об этом стрит-арте мы заговорили во всем мире. Тогда миллионы людей спасутся. Я чувствую боль. Здесь, кстати, орошение идет такое вот из речки. Так. Давай за жизнь, давай, братан, за друзей, давай созидать, давай город сделаем чудом, братан, давай из города сделаем чудо, братан. Елочки не нужно срывать, нужно рисовать елочки. Если ты вдохновился моими речами, моим созданием, то воздай мне хоть в него, но ты воздай мне благо в ответ. Скажи, что это ты мной вдохновился, или там задонать, или не знаю, просто расскажи про меня там, что хочешь сделать хорошего, давай помолись за меня. Здесь раз специальная пшеница такая высокая. Произрастает специальное растение такое, голубого цвета, красивого. У которого специальные плоды. Сейчас. Никто меня не понимает в жизни, но я созидаю. Пусть меня считают кем угодно, но я буду созидать. Пусть они разрушают, но я созидаю во имя Господа, во имя просто человечества. Просто для того, потому что я так создан. Здесь специальное растение такое, которое дает такие плоды. Сейчас покажу.
Naive Art. Скажите, любой ребенок нарисует. Да. Naive Art. Такие плоды вы можете прийти сорвать их и скушать. Вкусные плоды. Любой голодающий может получить их. Они восполняют жажду. Счастливой жизни, но я счастлив созидать. У меня это как... У меня высшее созидание — это создать город, благородить его, как ты любишь свою девушку, целуешь ее с головы до ног, стреляешь ее с головы до ног, стреляя страстные следы. И также и город мы сделаем самым красивым городом в мире, который будет самым лучшим городом в мире. Прошу тебя, помоги. Молю тебя, помоги. Услышь меня. Дай мне таких людей, которые помогут мне это конкретно. Плитками покрыть все тротуары города специальными плитками, которые я знаю, как нужно сделать, разработать. Нужен только человек, который может это разработать. А также, чтобы этот рисунок, я разрисую плитки специальные шероховатости. Мы покроем все дороги, все тротуары. И специальным покрытием с подсветкой ночной, вечерней, легкой, не отвлекающей глаз. И сами рисунки, они будут не вырвиглазные, а мягкие такие. Классических русских художников, передвижников там, и так далее. Там, Мане, французских художников разных. Свои плоды плитками покроем все дома с красивыми рисунками, гармоничными, с подсветкой, и будет этот город стоять тысячу лет, тысячелетнее эхо, эпоха красивого, первого в мире созданного красивого города начнется. Там будут люди ходить, фотографироваться. Это будет как Хумберт Вайсер и Антонио Гауди вместе взятые, только многократно созданные, многократный раз, простым русским человеком, что самое интересное. Неужели вы не хотите, чтобы простой русский человек создал что-нибудь подобное? Щепетки воевали и умерли во время Отечественной войны, защищая Родину, и чьи предки были рабами на крепостном. Крепостными рабами. Не слушай меня. Кто я такой? Не смотри. Смотри этих блогеров, которые пьют пиво, которые всякую фигню занимаются там. И донать им. А мне-то за что донатить? Что я сделал хорошего в жизни? Я всего лишь паразит. Я никто. Так. Давай зажмем твой богатан. Из-за людей, из-за катан. За первую любовь твою давай помянем.
Мы будем город созидать, и целый город на 1000 лет им создадим вовек вовек, которого еще не видел ни один. Мы его создадим, величайший город всего, который никто еще не видел. Красоты неописуемой. Я это сделаю. Я могу один это сделать. Дайте мне только разрешение. Дайте мне муки. У меня есть муки, я могу за свои муки все это сделать. Просто позвольте это сделать. Найдитесь те, кто позволит сделать. Хотя бы твой магазин нарисовать. Магазин станет привлекать 1000 раз больше, 100 раз, 10 раз больше клиентов. Может быть, уверен, дай мне хоть шанс, дай шанс. Да благословит тебя Бог, кто даст мне такой шанс, и ему принесет деньги посетителям. И он на благо, и мои рисунки будут служить на благо. Дай воздаст Бог это создать целый город такой. Давай помянем старину, братан, давай, давай, братан. Ну, не важно, ставить его лайк или нет, не важно, донатите вы или нет. Не важно, созидание. Донатите тем, кто пьет пиво. Донатите тем, кто напивается на стриме, вызывают шагов и прочее. Называют их девушек шагов, думаю, фиг знает. Смотрите их там веселее. Развлекайтесь. Смотрите Путина новости. Познавайте мир при помощи Путина. Путин знает все. Он вас научит жизни. Меня не слушайте. Меня не донатьте. Меня не поддерживайте. Я же просто... опасный преступник, самый опасный в мире. Такие, как я, самые опасные в мире, так сказал мент, который вломился беззаконно в мой дом. И что если после смерти меня и тех, кто задонатил на меня от чистого сердца, не для того, чтобы поиздеваться, а те, кто задонатил мне, ждет вот такой прекрасный мир, где есть все. Все есть. Сейчас я назову, как называется название. Так, короче, из лаков, которые здесь произрастают. Короче, вот здесь произрастают, допустим. Здесь произрастают злаки под названием знаешь что? Короче, Константину, знаешь, здесь его дом. Ну и здесь. Не знаю, где изобразить. Скажи, Господи, где изобразить дом Константина? Прошу тебя. Константина. Дом Константина. Только он у меня будет называться не Константина, а Ксан. Ксан-тантина. Ксан-тантина. Как изобразить его дом? Сейчас изображу его дом. Ксан-тантина. Слово Ксан.
Пусть меня презирают все люди на свете. Мне главное созидать. Созидание — это самое важное в мире. Созидать. А то, что вы видите во мне, вы видите свое. Мне все равно, видите хоть что. Я вам не мешаю. Я вообще не могу ничего пойти видеть, я слепой. А вы хоть видите, хоть радуйтесь. Ксантантино. Ксантантино. Не созидаем. Он из этих всех трав делает... В общем, здесь дом. Как изобразить-то? Влезла. Сантантино. Не Тарантино, а Ксантантино. Не Константино, а Ксантантино. Как вы думаете, зачем здесь все это выращивается? Для того, чтобы сам Бог даровал людям эти злаки, чтобы они были добрее друг другу. Ксантантино хаус. Ксантантино хаус. Такой мир хочу, такой создаю. Я хочу создать такой мир, где было бы все так прекрасно. Мельницы работают. Можно к воде выйти. Из, ну, там, кораблей отправить эту смельницу, продукцию. Ксантантино хаус. Понимаешь? Ты понимаешь это или нет? Это Ксантантино хаус. Он создает прекрасные зелья. Не эту дрянь, которую нам продает государство. Настоящее. Для людей. И в этом мире буду я рожден. Добрый человек, как Сантантино, он будет добр ко мне. Точнее, я буду сразу им, сразу всеми деревьями, и сразу мельницей, и сразу этим, и сразу и водой, и этим, и всем, что есть. Как во сне. Но это не сон, это реальность. Ксантантино хаус, давай. Созидаем. Сантантино хаус. Мы созидаем. Мы созидаем. Ну, ладно. Константин. Thank you.
Bobby, все прикольно. 16 lives blow and I'm fine. Break my bones, but that is my spine. Wonder who will look when I die. And if I try, call to cry. Please don't cry, wasting your time. 16